Ну, прям Никита говорит, что он прям уверенно говорит, что вот типа, за Вайсман. Ну да, я прочекал ссылку, только... Там нету, да, его в заявке? У меня за это самое... Болики за... На болики закатились, и не знаю, что такое, я его просто не могу найти. Ну ладно, да, я сейчас уже вспоминаю Вайса, как он отыгрывал Exposed, но... Сейчас он либо перешел в резерв, или как, или куда. Так, ну-ка, может, мне стоит вообще обновить просто арену, может, у меня какой-то пролак и все. Ну, давайте так попробуем. Так, закроем, зайдем сюда, турнир. Легендарный дивизиончик. Да, все, так и есть. Так и есть, у меня просто почему-то пролагало, и вот я его нашел. Он сейчас за Вайсов катает, но почему-то он числится как основной состав, но я его сейчас не вижу. Хотелось бы увидеть этого парня. Или... Exposed за кого только не катал, я уже перепутал, где он вообще играет, за кого долбит и так далее. Ну что, Максим, таргет обнаружен? Да, я обновил просто арену, сайт сам. И я понял, почему по этой ссылке, которую Никита скидывает, я его вижу, а по своей не вижу. У меня просто что-то пролагало на арене, и я здесь вообще видел всего 6 игроков у команды Wise, поэтому я его просто не заметил. Он в основном составе сейчас находится, но... Я не знаю, почему он не играет. Надо бы спросить. Вот ребят. Я уже и спросил, что с Exposed. Отдыхает. Нормально. Такой сидит на диванчике Exposed. Поглаживает в своих ручках СК-2010. Говорит, давайте, пацаны. Сегодня без меня. Сегодня без меня. Exposed у нас только в каких только командах не играл. Я уже... Запутался, где он вообще отыгрывает. Я говорю, у тебя память что-то слабенькая, Максим. Как у рыбки вообще. Вообще, да, сказал привет, забыл, что сказал. Да, именно так. Ну что ж, мы с вами прогрузились. Кстати, ты поставкам-то определил победителя? Да, сейчас я гляну секунду, я забыл уже про них совсем. Сейчас тебя буду доставать, Максим, отдай код. Только это не один человек будет, а с тобой будет бегать целый YouTube. Так, 10-7 на команду. Некомандур. Атрибутс. Иван Карпов, 10-7. На команду Атрибутс поставил. Иван, напиши в личные сообщения. А на Ютубе... Ютуб вообще поголовно на Вайса вставил. Так. Так. Вячеслав Копытин поставил на... Атрибутс 10-7. Вячеслав, напиши мне в личные сообщения и приложи скриншот твоей учетной записи Ютуба, получай приз. Ну а мы с вами стартанем уже ставочки дальше. Там снова возмущение уже ВКонтакте. Иван Карпов. Exposed пишет, я в Турции. Ну хорошо тебе, Exposed. Тут Иван Карпов пишет, я же выиграл ставку. Где? Где, Иван? Ну, видимо, ты был чуть позже по списку, чем победитель. Вот. Мы смотрим. То есть порядок различается, чтобы вы понимали. То есть вы написали ставку, у вас может показаться, что вы первый. У нас это показывается немножко иначе. Может совпасть, может не совпасть, но мы судим, как у нас показало. Поэтому да, у нас другой человек был первым. У вас может быть супер мощный интернет, там под 100 мегабит, но все может зависеть также от пинга, который отдает ваш провайдер, ну и также
от того, что видим мы. То есть у вас на экранах выиграли вы, у кого-то на экране выиграл еще третий человек, у этого третьего человека вообще еще другой человек. И мы не можем заглядывать ко всем зрителям в экраны. Так что мы делаем выводы только по своему экрану, дорогие друзья. Мы это уже говорили неоднократно. Так, Максимилиан, открывай ставочки, этот народ уже ждет. Да-да. Так. Ну что? Поехали. Поехали. Последняя карта на сегодня, дорогие друзья, между атрибуцией Vice, VVG. Как же она вообще будет отыграна? Его Station, кстати, у нас уже идет винты прожимать. Встретится он сейчас с Парадоксом. И Парадокс оказывается слабее в этой перестрелке. Не знаю, как-то девайс потерял в руках моментально. Ламборджек попробует выйти на мост. Но там его уже ждет дирижер. И проблемы по ХП тоже есть. Сушки забирают также под аплентом Понпона. И вот Блуд остается здесь на боковой, получает хаешку. И все-таки от нее мансует. Но знает, где Совушки. Точнее, Совушки знает, где находится его соперник. Ну и Блуд погибает. 2 в 5. Но пока что бойцы команды Атрибус выглядят довольно сильными ребятами на ВВГ в обороне. Как-то это точно. Сейчас вообще никак не могут пройти бойцы команды Вайс своего соперника. Ламберджек и Халдрога пытаются еще что-то сделать в районе боковой и также Тэшки. Но здесь выход от Тату, и Тату ставит пачку на Ламберджека. Халдрога пошел через Тэшку, здесь же его закрывает Тату и Соу, полетел уже по нему дамаг, но Дрога теперь принимает решение отыграть как-то пассивно, а там и с ноля план приходит. Здорово, первый раунд в активе команды Атрибутс. Причем довольно легко, ребята его забирают вообще без единой потери. Ну и поменяют ли сейчас атаку свою команду Вайс, либо попробуют то же самое, только с небольшой, так скажем, поправкой на что-либо. Пока что Понпон идет занимать у нас мидл, взрывается бочка. И будет выход. Там план спускается быстренько с дома. Будет сейчас принимать выход на 8. Халдрога. Халдрога погибает. Понпон также погибает. Но там уже дирижер помогает очень своевременно. Совушки прожимает винты. Здесь встречает парадокс. И... А его аркаду также разбивается. Так, ну что ж, смотрим далее, как ребята будут отыгрывать, но пока что атрибуты вновь находятся в преимуществе, но Блуд моментально устраняет эту нелепость. Парадокс тем временем отыгрывает в районе восьмерки, противостоит его стейшену, есть минус от парадокса, а также Ламберджек забирает еще и дирижера, и Тату остался один, но Тату в ловом состоянии, а двое его оппонентов рыдовые, 18% и 51% здоровья. Ну и как сейчас справиться Тату с этой задачей? Прочекал мид, выходит на восьмерку, ждет какого-то выхода с чердака, но здесь хаешка полетела в плент, а Ламберджек уже стоит в госту. Хорош! Ой-ой-ой, чуть-чуть не увернулся, так скажем. Ламберджек был близок к тому, чтобы подорваться, но тем не менее заевейдил хаешку своего соперника. Парадокс по-прежнему в доме, и шифт это слышит Тату сейчас. Бомба установлена. Сразу же, ой-ой-ой, Тату на ноге, пошел. Но здесь в доме у Ашки, и Тату потащит на этот раунд. Тату! 2-0. Бомба деактивирована. 2-0. Миссия провалена. Так, все, дорогие друзья, я ставочки закрываю. Что-то ты запоздал опять, запоздал. Нормально. Так, ладно, у нас V-Station аркаду медла принимает. Сейчас будет здесь парадокс уже в упоре, и парадокс падает. Ну, что-то в ВВГ вообще не клеится у команды Vice. То метро сначала не очень клеилось, то ВВГ начинает как-то, ну, значительно терять позицию команды Vice. Но Блуд находит минус на мосту по дирижеру. Два игрока на боковой плюс тэшки, один как раз-таки на мосту. Ну и итоговая картина раунда. Именно мне непонятно, что хотят сделать парни. Давайте сверху посмотрим. Блуд должен, по идее, тогда под винты стянуться. Разыграть один тэшка, один бок и винты. Но нет, Блуд все-таки подтягивается к своим тиммейтам под тэшку. Наверное, бок будет занимать. И... Ну а почему пошел Халдрога вообще без какой-либо хелпы, соло? Немножко мне непонятно. Там гранату откинули на боковую и просто никак не могли засаппортить здесь Вайсы. Но Блуд теперь принимает решение пойти через боковую. У него будет в роли саппорта Ламберджек от Блуда. Блуд разошелся, собирает головорезы. И ситуация 2 в 2 сейчас для команды Атрибутс. Но и Вастейшн и План могут устроить сейчас жар своим соперникам. Фугас установлен, но таймер играет против них, так что тянуть нельзя. Да, остается у нас Ламберджек в пленту. Его, кстати, незаметно сейчас за этой позицией.
А, нет, теперь заметно. Теперь спалили. Будут его сразу пытаться выкуривать. Отличные хаешки под него. 61 хп остается. План. Будет дожимать боковую, но Ламборджек здесь может тут рандомчик повесить неплохой. Патроны кончаются, но план успевает сделать минус. Кладется хаешка, садится на дефьюз. И Эвастейшн принимает в упоре. Это 3-0 для обороны. И здесь пока что тотальная доминация команды Атрибутс. Но как-то очень сильно сдают сейчас вайсы позиции, с учетом того, как они отыграли в, на карте убежище. У них вообще ничего не получалось ни на метро, ни сейчас не получается вообще на ВВГ, что происходит с этими ребятами. Но надо давать отпор, пока 3 раунда проиграли, это не критично, но тем не менее неприятно. Парадокс принимает решение выйти в район Т-шки, от Эвастейшена залетает минус на Халдрога. И тем временем Понпон с Блудом пытается выйти через позиции боковой, но здесь будет играть на сейф Тату вместе с Соу. Еще и план с Эвастейшеном подтягивается, но, ребята, под аплейнтом вам делать нечего. Да, здесь моментально 4 игрока у команды Атрибутс находятся, и просто они испепелили всю боковую, но там еще есть парочка игроков. Понпон покидает битву, и, видимо, это тактикал пауза сейчас в исполнении этих ребят. Остается последний на боковой Ламборджек, и по нему сейчас находит информацию, и его должны забирать. Да, есть минус. Это 4-0. Ты ожидал 4-0. Такого гера? Честно говоря, нет. Я думал, ну, примерно один к одному будут играться. А вот зачем я вот вышел? Вот зачем вот, вот... Ну, они потому что вышел игрок и зашел обратно. Я уже подумал, что пауза. Ну, вот так, ребят, не надо делать. Но паузы не будет, тем временем Парадокс уже ловит по себе дамага, Влад Блуда откид хае под Тату. Тату перед смертью успел также забросить хаешку, есть минус. Соу натыкается на Понпона, Понпон моментально выбивает из него весь хелсбар. Эвастейшн уже находится на районе двойки, и сейчас план выходит под Понпона, есть минус, отлично. Халдрога моментально находит размен, Ламборджек, хорошая пачка, но здесь пошел косить Эвастейшн, есть первый минус на Блуда. Но Ламборджек, по ходу дела, уйдет все-таки безнаказанным, да, так и происходит. Халдрога через мост пойдет на позиции Бэплинта, но Эвастейшн пойдет догонять. Так, ну что, Эвастейшн. Потащит ли? Потащит ли Эвастейшн 100% на хелсбаре? Также фуловый Халдрога и Ламборджек. Ламборджек прыгает здесь. Так, зачекал Халдрога своего оппонента. Ну и Ламборджек ставит хэдшот. 1-4. Ну что ж, да, ответный раунд все-таки со стороны команды Vice заходит, это довольно неплохо, но тем не менее 3 раунда преимущества за командой Атрибутс сохраняется, и это как-то надо исправлять. Да, причем играют за атаку вообще по-хорошему надо первую половину всегда выигрывать. Эвастейшн идет аркаду боковой, здесь Ламборджек под эту хаешку выходит, Эвастейшн его видел, и отличный, ой-ой-ой-ой, Эвастейшн, Максим Важнев, что ж ты делаешь-то? Очень хорошая аркада, но его также разменяли, ну... По-прежнему преимущество одного игрока имеется у команды Vice, но можно ее сейчас быстро нивелировать, но Соу этого не позволяет сделать. Падает Понпон, Парадокс и Халдрога остаются вдвоем, попытаются еще отыграть как-то под аплейн, Т-шка плюс боковая, но тем не менее по Парадоксу уже есть информация, летит свинец. Выходит также Соу на упор приема центрального кафе, опа, вот здесь Халдрога вылетает, план попытается его еще как-то закрыть сейчас в районе ямы, но... Там Парадокс должен помогать. Да, есть минус. Парадокс находит все-таки своего соперника. Теперь все будет зависеть от дирижера. Есть информация по Парадоксу. Отличный минус. Халдрога остается один. Но дирижер его не находит. Ай-яй-яй, я вот тату нашел. Итого 5-1 на второй половине. У нас пока что команда Атрибутс в пух и в прах. Громит команду Vice. Да неужели команда Атрибутс заберет первые 3 очка в этом сезоне? 6 матчей потребовалось для того, чтобы забрать. Мы, по крайней мере, еще не забрали, но невероятно близки к этому. Соушки, аркада Т-шки. Здесь Парадокс будет с УА-93. Он его слышит. Кстати, тату забирает на боковой. Размен от Парадокса неплохо, но остается очень битым. Хелпа должна моментально сейчас бежать под аплен. Очень много хаешек под боковую закидывает. Понпон. На Катарезе у нас уже и будет контролить выход из-под бетона. Но пока что... Вот это поворот, я думал, по нему находится. О-хо-хо-хо-хо! Что ты делаешь? Да. Отличный минус 3 от Понпона. Оставляя план на одного, план. Неплохо. Поработал сейчас на славу. Еще троих соперников надо забирать, но теперь тяжко под бэк-плент. И план. План что, шарит? Да, он шарит, он читает всю эту перетяжку, ты смотри. Бомба была... Да, и как же план сейчас хорош.
Понпон на катушках, но все-таки он тоже прочитал быструю перетяжку плана под мидл. Это 5-2. Ну, еще два раунда, конечно, Вайс обязан просто забирать для более-менее нормальной ситуации на смене сторон. Все-таки тоже им тяжеловато будет играть в обороне. Атрибуцию атаковать умею. Ну, вообще, предыдущий раунд Понпон чисто вывез на своих плечах, как он ворвался под позиции плента, там, нашел три килла, еще и четвертого забрал в районе восьмерки. И теперь бойцы команды Вайс пытаются повторить то же самое. Парадокс пытается выйти с тэшки, но здесь Соу и Тату будут отыгрывать в районе двойки. И дирижер подтягивается вместе с планом, а вот Эвэ Стейшн, пойдет ли Аркадий Дмит? Нет, не пойдет. Там опять от Понпона таблкил, дирижер от Китае, есть информация по яме. Выходит дирижер, но его находит Ламберджек от плана, моментальный раз. Эвэ Стейшн и план пытается зайти через двойку. Эвэ Стейшн от Китхае, на нее наступает Халдрога. И Блуд должен ставить Хай. Как отпустили Блуда-то с таким количеством хелсбара. 10 и 20 хп у Парадокса. Находит в дымах одного. И пойдет размен на второго. Эвэ Стейшн тащит клатч раунды своей команды. Это 6-2 и последний раунд первой половины. Очень важный раунд сейчас для команды Вайс. Если они его забирают, будет троечка для них. Ну и хотя бы не так крушительно. Ребята перейдут на смену сторон. Ну как, они должны были вообще по-хорошему забирать все это дело. А как бочка не взорвала? Ну, как бочка не взорвала его стейшн? Вот ты не умеешь, а он умеет. Это, конечно, фиаско. Братан, Тату подрывает еще на выходе с Экса Блуда. Очень больно. Куда у нас опять выходит? А, все, ну что, последний раунд. А, ну они типа, ладно, сливаемся, не будем смотреть. Нервы уже немного сдают. Ну уже, да, идет минус моралька, походу. Ну, действительно, очень сильно атрибуцию отыграли на первой половине. Как же эти парни близки к первым-трем очкам в турнирной таблице. И план, серьезно, очень усилил игру. Ну да. Ни в чем, конечно, не упрекаю у шифтера и так далее, но вот вообще рисунок игры изменился прям очень сильно. Блуд тоже покидает битву. Но там Халдрог и Ламберджек пытаются проходить через позиции моста. И как раз таки Эвэ Стейшн и план будут закрывать выход на Б-плейн. В тэшке отыгрывал Парадокс, но тем не менее принимает решение также стянуться к своим тиммейтам. Но пойдет он через мост или через мид. Да, стягивается опять же на мост. И втроем будут занимать сейчас выход на Б-плейн. А там план сидит на воде, и у него должна быть сейчас информация по Ламберджеку. Выход имеется. А, ох ты, какая пачка. И там же и Парадокс, Халдрог, но я думаю, они уже уходить не будут. Да, Парадокс ставит хедшот. Сразу же должна стягиваться хелпа сюда со стороны команды Атрибутс. Дирижеру пора, наверное, закрывать уже мидл, спускаться ближе вниз винтов. Посмотрим. Время все меньше и меньше. Бобу надо ставить, и Эвэ Стейшн вообще сохраняет за собой право здесь в крысу сыграть. Да, здесь Парадокс его идет, чекает за плантом. Бомба устанавливается, бомба устанавливается. Эвэ Стейшн выходит в спину, и есть информация еще и по Халдрога. 7-2. Ну, там Тату поставил пачку, да, это все-таки 7-2 на табло, и... И походу борьбы-то не будет на третьей карте. Да. Вот что обидно. Только одна карта, видать, порадовала нас каким-то месивом таким, жарой. Не, ну 10-7 на метро тоже нормально было, просто концовка такая вот, ну, скомканная получилась. Ввиду того, что там очень много команды атрибутов взяла раундов, поэтому и сложилось такое впечатление, что как бы без борьбы, как по сути, отдали вторую половину команды Vice. Но, тем не менее. Со счета 7-2 продолжаем смотреть ВВГ. Ну, тут три раунда до победы остается команде Атрибутс, и им надо дожать эти заветные три раунда. Я думаю, сейчас просто атрибуты... летят вперед к своей цели, к этим трем очкам. Они просто радуются тому, что у них сейчас все получается. Они действительно работают как команда. Очень рад, что ребята сейчас как-то пришли в себя вообще, в единое целое, как команда. Вот все-таки не хватало плана. План, по ходу дела, составляет какую-то важную часть у команды. Ингейм-лидер постоянно помогает мораль. Ну ладно, от Блуда минус на Тату, тем временем по дирижеру также залетает дамаг, но Ламберджек остается один на сейве Б-сайта, и туда идут трое игроков команды Атрибутс. Да, Ламберджек здесь абсолютно один, но к нему через перемычку будет стягиваться и Халдрог, и Парадокс, наверное, через винты все-таки пойдет. А под винтами у Парадокса будет сюрприз в виде Эвэ Стейшна, который также сидит в 193 и поджидает своего соперника. Вот Ламберджек...
Пока что один. Он будет сбрасывать. Точнее, не сбрасывать, а давать всю информацию по своим соперникам. Бомба была установлена. Но бомба уже установлена, вот в чем. У меня сейчас ножом вообще Ламборджа кинул гранату. Просто анимация не прогрузилась, и ножом скинул Хае. Ну, Эвастейшн забирает Ламборджека, там еще под медлом Парадокс, и здесь просто Эвастейшн. Надо ждать! Как же Блуд дропается, не вовремя Парадокс подрывает Эвастейшн, бочка немножко не взорвалась, но это 3 в 2. Но, по ходу дела, это 8-й раунд в активе команды Вайс, но пока что Парадокс жив, откид Хае, причем Хаешка-то довольно неплохая, залетает к плану, но, тем не менее, не настигая своего адресата, выходит с чердака и здесь же получает... по голове от дирижера. Ну что ж, 8-3, 8-2 счет на табло, но сейчас надо команде Вайс как-то жестко потеть, собираться, просто уничтожать своего соперника, иначе тут они пламы отдадут половину, да, карту. Половина. И снова быстрый раунд хотят сыграть, видимо, под аплент двойка команды Атрибутс, Тату и дирижер. Но их опять же немножко останавливают прокидом гранаты, кидается смог также на выход с икса. И дирижер уже выходит. И причем здесь у Понпона могут возникнуть проблемы. Ламборджек забирает в это время плана. Под Б-плантом. Там уже, да, выход на воду был. Ну и как раз таки сейчас у Понпона очень важная, так скажем, роль. Отыграть за закрывающего. Эвастейшн его все-таки убивает. А вот Соул спускается уже вниз дома. Парадокс. Наверное, так не знает, что на пятерке есть Эвастейшн. Эвастейшн! Немножко патронов не хватает, но тем не менее Тату делает для него работу. И там какой же битый Понпон. Но Понпон сумел сделать 2 килла. А плент, конечно, пустой. Но Тату здесь постарается затащить раунд 1 в 2. Ну что, получится ли, Максим? Я думаю, что да. Я думаю, что Тату сейчас справится со своими соперниками, но в первую очередь Хелсбар не самый высокий сейчас у команды Вайс. Ламборджек сейчас, если наткнется на Тату, то первым же делом должен отправляться отдыхать. Он прекрасно знает, где находится его соперник. Вылетает с прифайром, есть минус, и теперь отыгрывает один на один. А Халдрога-то пойдет через Т-шку, и, по ходу дела, информация есть уже у Тату по своему сопернику. Тихо-тихо, в районе двойки играет. Пошел нашивать, и... Тату! Тащит или нет? Вроде успевает. Вроде успевает разминировать бомбу, да, Халдрога там 5.25, по-моему, было, и успевает разминировать бомбу. Отлично! 8-3. Команда Атрибут впереди. Миссия успешна. Ну что ж, надо брать уже 9-й раунд, а там и 10-й не за горами будет для команды Атрибутс. Может быть, даже стоит попробовать какой-то фаст. Но бойцы команды Атрибутс принимают решение разделиться. Сейчас двое уходят на позиции моста, Эвастейшн закрывает 0. И дирижер вместе с Тату под аплейнт. Под двойкой работает Блуд. Здесь же Понпон на подхвате. Отсол опен фраг на Ламберджека, довольно неплохо. Халдрога остается один сейчас в районе Б-плейнта. Но здесь Парадокс вылетает на мид и забирает Эвастейшна в районе 0. И ситуация 4-4. Отличный прием к моста от Халдрога. Забрал битого соушки, там еще и битый план так-то. И у плана тоже здесь будут неприятности. Все-таки он снял тоже очень много хп Халдрога. И контроль карты под руководством Вайса. Здесь сейчас у нас дирижер вместе с Тату под мостом и нолем. Соответственно. И, кстати, дирижер сейчас видел парадокс. И дирижер, я думаю, прекрасно слышит все эти топоты на ища. Ну и будет проходиться мост так или иначе. А дирижер почему-то решает у нас выйти под Т-шку. Ну... Не знаю, с чем связано решение. Видимо, просто фейк какой-то. Здесь как-то по Хелсбару немного просел план. Ему сейчас агрессировать явно ни к чему. Но Тату забирает Халдрога. Есть минус. Дирижер отыгрывает сейчас в районе Т-шки. Все никак не дает спокойно жить здесь своему сопернику. Там Блуд остается на двойке. И перетяжка все-таки под Б-плейнт имеется. Помпон уже в районе широкой находится. Парадокс также выходит на восьмерку. Но Тату все-таки пошел ставить фугас. А здесь его не прикрыли. План остается один на чердаке. 12%... Ой, 12... 11% здоровья у этого парня. Парадокс попытался найти соперника, но не удалось. Подтягивается еще и дирижер, но сейчас явно на Хелсбар плана надеяться не приходится. И дирижер теряет основное количество хп, но план разбирается с парадоксом. И дирижер минусует также Помпона. Отлично. Ну, здесь у Блуда 100 хп, а его соперники крайне биты, каждый на одну пулю. Ну, дирижер может на полторы, там, если две в ногу попасть, то умрет тоже. И вдвоем отыгрывают из-под моста. Ну, в доме можно сыграть один на приеме, а второй будет играть как раз-таки...
Сокон в случае чего. И, кстати, ой, на дороге не увидел план сейчас его соперника. Но он его слышит. Он слышит прекрасно. Дает информацию по узкой дирижеру сейчас. И в дом. В дом поднимается блуд. 19 секунд. Еще времени более чем предостаточно. Можно побегать, поискать. Ну как же дефолт и не чекнуть, блуд? Ну ты чего? Там же за диванчиками есть вся эта приблуда, где можно найти своего соперника. Ну садится просто на дефьюз бомбы. И не дай... Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мог перевести прицел на плана и... забрать раунд. Но нет, это 9-3 и 6 матч-поинтов у команды Атрибутс. На волоске от поражения сейчас находятся Вайсы. И если они с этого раунда не начинают делать все четко, то тогда у них огромные проблемы. Они проигрывают своему сопернику. Но, в принципе, Вайсы по турнирной таблице, да, там по очкам особо-то не просели. И это поражение для них будет не таким жестким ударом. Но парадокс принимает здесь его стейшена. Есть минус, вектор атаки аплент. Выход имеется от блуда. Также есть хедшот на тату. Ой, план находит моментальный размен на подпона. Пытается здесь еще что-то сделать блуд, но... куда вы? Куда опять все выходят, ребят? Есть еще все шансы у Вайсов тащить этот раунд. Ну, не знаю, мне что-то кажется, там уже прям подгорает. Мне кажется, прям подгорает уже у команды Вайс. Но, тем не менее, дирижер 1 в 2. И он погибает. Так. Вот, пожалуйста, о чем я и говорил. Ну ладно, вернулись. Ладно, вернулись. Ребята, вовремя здесь бойцы команды Vice отыграли довольно неплохо. Это четвертый раунд в копилке команды Vice. 9-4. Счет на табло загорается. И сейчас бойцы команды Атрибутс, ну, если не в этом раунде, то в следующем так точно должны уже дожать своего соперника. Аркит Хае на мост пытается Ламберджек справиться со своим соперником. Но здесь планы Соу пытается ему противостоять. Хаешка довольно неплохая залетает. Еще плюсом немного нарейдил своего соперника Сауга. Есть минус. И Соу пытается найти размен, но пока что все попытки тщетны. Ну, Ламберджек там активно светит своим темечком, поэтому прям так и норовит для Соушки. Все. Давай, дружище, ну попади мне в голову, ну пожалуйста, ну сделай мне больно. Ну, сейчас Соушки не понимает, где, куда, кстати, переместился у соперника. Кто-то в это время вскрывает апленд. Там под пятеркой находится у нас парадокс, и парадокс будет откидывать хаешку, наверное, когда все-таки хорошая хаешка по нему была. Парадокс. Тату контролит бетон, замечает своего оппонента. И дирижер закрывает своих соперников под бетоном. 3 в 4, но уже 3 в 3. А бомба не ставилась даже, вот что интересно. Но сюда уже перетягиваются все игроки команды Vice. Выход имеется, конечно, под бомбсайт. Но от помпона залетает хедшот на тату. Остается двое игроков команды Атрибутс. Выход за спину. Ламберджек моментально вырубает его стейшена. Остается Соу в упоре. Ну и сейчас один пойдет на Д, второй будет принимать. Но Халдрога вылетает и первой же пулей ставит хедшот своему сопернику. Пятерочка в активе команды Vice. Бомба деактивирована. Так, ну что, 9-5. 9-5, еще 2. Ох, все, арифметика, математика, до свидания, 9-5-4 еще матчпоинта у команды Атрибутс. Должны парни сейчас подсобраться, понимают уже, что они теряют плавненько свое огромное преимущество и лучше не затягивают с командой Vice, а то они уже научены горьким опытом, чем на допах им это все светит. Ну вот тату забирает Ламберджек, все уже и кайф, простите, дорогие друзья, и... что у нас дальше? Пока. Проход под мост, там парадокс. Может, кстати, в спину выйти в своей команде. Ого, ты это видел? Да, я это видел. Просто берсерк. Берсерк! Поставил, браво! Но здесь выходит также план на воду, сбривает моментально помпона. Есть информация по Халдрога. А нет, инфы-то нету, до сих пор никакой информации. Парадокс на восьмерке. А зачем ты куда-то идешь? Ну зачем? Ну, нашел минус все-таки. Он меня что-то недолюбливает, пишет Devastation про товарища Парадокса. Ну, ситуация 3 в 3, по хп, ну так, относительно равно все. Если бы не 57 хп вот тату, так все было бы четенько-четенько. Соу, кстати, оставляют закрывающего под Б-плантом такого байтера в своем роде. 12 хп у него на счету, поэтому здесь продать его не грех. Но вот блуд. Один под аплантом, и в случае потери контроля над аплантом большие проблемы будут у команды Vice. Полетела хаешка на Катареза, блуд погибает, отлично. Прям Коби Брайан трехочковый. Ну и там еще под Б Соу так-то напрягает своих соперников, вообще ничего не боится.
Парадокс через мид уходит на винты сейчас, а Тату и дирижер уже готовятся принимать своих соперников, но тем не менее Сол просто так отпускать нельзя, но приходится, время-то тикает, и Сол сейчас пойдет в спины своим соперникам, об этом прекрасно догадываются мои команды Wise. Парадокс выходит один уже в район двойки, и сейчас его просто могут здесь разобрать, два ствола. Пожалуйста, Тату справился сам, это все-таки десятка для команды Атрибутс. И счет на табло у нас 10-5, да? Да, 10-5 и 2-1 по картам. Оу, Градс команду Атрибутс с первыми тремя очками в турнирной таблице. Просто брависсимо. Неужели они это сделали?